La position des oreilles, elle, elle aimait bien parce qu'ils tiennent bien. Le grand international preneur, preneur, pas parce que il a les deux. Félicitations. J'appelle sur le podium Madame Carole Campenay, s'il vous plaît. Donc nous avons des diplômes pour Kajoline et pour Lilou. Oui. Carole. Oui, je suis stylée. Je ne vais pas mettre ça sur tes mains avant de toucher le chat. Non, c'est tout. L'arrêt. Je vais frotter tes mains avec ça, comme ça tu vas toucher le petit chat après. Regarde, va juste le chicken. Frotte tes mains. Voilà. Voilà, frotte, bien. Voilà. Désinfecter. Okay. Merci. Oh. Donc voilà, c'est l'extrême honneur de remettre le diplôme de champion. Вот, теперь ты можешь гладить кошечек. Я говорю тебе специально, чтобы ручки, чтобы кошечка не заболела. Вдруг... Погладь, погладь. Мадам говорит, можешь погладить. Не бойся, погладь. Вот. О, ты хороший. Мерси. И я. И я он. Этот не совсем лысый, видишь, он немножко, у него гладкая шерстка такая, но тоже. Ай, Булат, мышка у нее игрушка такая, смотри-ка. А вот смотри, какой он смешной, кучерявенький, смотрите. Как барашка, ты видишь, кошечка, как барашка у нее шерстка. Смотри, какая смешная. Ой, какая хорошая. Vous pouvez les caresser, non? Pardon? Caresser. Non, ça va, ça va, je comprends. Voilà. Incroyable. J'ai jamais vu comme ça. Voilà. Ok, ça va, je ne touche pas. Numéro 20, la scène de ça, bravo! Hé, regarde ici, un coucou! Il n'y va pas. Il est timide. Oh oui, je vois. C'est la commission, je vois les кошечки. Тебе нравятся кошечки, Алис, интересно здесь? Да, нравится? Не нравится. Нет, тебе не нравятся кошечки, ты что? Красоты мои такие. Ты знаешь почему? Потому что она меня любит. Ну, наша дома, да, она, конечно, самая красивая, но эти тоже шикарные. Посмотри, какой там стучок, Алис. Видишь, это комиссия, смотри, вот там комиссия смотрит, видишь? Они проверяют реакции, все это, видишь, машут специальными такими. А, ну да, я подумала, что это судьи, они приходят мимо всех. Да, мать,
Смотри, как ты не заходи, не приходи. Смотри, как красиво. Его. Ой, вообще. Вкусные стики призы получают. Бегемотики, да, хорошие. А грибы, да, внутри дровы. Можно, идти, можно. Хорошо. Вот и снова вот такой, да? За ушко так сейчас. Давайте. Ну пойдемте дальше. Посмотри, я несу вот это. Посмотрите, девочки. Это же сигар настоящий. Я не знаю, можно или нет, но мне страшно. Потому что он громадный на самом деле. Посмотрите, это просто огромный совершенно. Ну ладно, ладно, она занята, смотри, она ждет своей очереди, ей нужно дергать. Вот это кошечки, они огромные. Посмотрите, вон там горит на руках. Посмотри, вот те. Посмотри, видишь? Нет, ну вот это же еще шикарно. Посмотрите. Ты видела мяу? Это вообще невероятно. Смотри, они мяукают. Ну, они мяукают. Вот. Нет, вот. А, ну, чтобы не расцарапали, если он испугается и рванется и царапнет. Посмотри, с такими когтями, если царапнет. Пьет водичку. Смотри, водичку пьет. Какой беленький у вас. Пошел горшочек. Мне нравятся у него такие глазки голубые, да, вот этот пенел. Красивый. Ну это смешные, у них такие морды длинные, да, они какие-то, как эти самые. Окей, ничего себе. А который из них Амадей-то? А, вот так, вот тот вот по-другому. Как зовут, смотри. Нимсай. Это вот этот белый Нимсай. Смотрите, Нимсай. Вот этот беленький его зовут Нимсай, но там сложное имя. Он очень красивый. Нимсай, Маркиз де Карабас. Вот это вот Маркиз де Карабас. Посмотрите. Нимсай, Маркиз де Карабас. А, какой красавец. Вот это, да, как кот в сапогах там был Маркиз Карабас. Кот в сапогах. Ну что, поедем уже или еще посмотрим, погуляем? Да, поедем. Поедем, Ну тебе хоть понравились кошечки, Алис? Или не очень? Не очень? Алис не очень понравилось, что их нельзя гладить. Конечно, гладить их нельзя. Здесь они все сидят в этих своих коробочках. Очень жалко, что нельзя гладить, но хозяева боятся, чтобы они не заболели, не заразились. Да, что, кисуль, куда? Посмотри, посмотри, кого хочешь, посмотри, конечно. Моська хорошая, да, смешная. Да, Мерлен, Мозар и Маклей. И котика Мерлин, Моцарт и Марли. Алис, посмотри, как он спит, Алис. Разбуди. Почему он такой? Подожди, подожди, дай понюхать. Смотри, смотри, я ему даю понюхать. Dans la communauté de l'église de Diplôme, Jardin Labin, comme je disais tout à l'heure,
Dobrze, ja ci kończę, że pokażę ja. Mama, on się na inny. Играет с тобой, ему скучно сидеть и слушать целый день в коробке. Да. Вот такие, смотри, получили какие кубки красивые, а? Вот, это им подарки, они победили, видишь, кошечки? Пока-пока, кошечки. Пока-пока, кошечки, мы поедем уже. Мама, не скажи, что ты сможешь.